Прямо вашему вниманию. Плито живое, особенно с такой мощной гранью. Особенно с такой мощной гранью. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. Не стало вмешиваться. Для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Впереди нас ждет отличный матч. Сегодня Вест Хэм сыграет против Айнтрахта. Очень важны товарищеские игры, и сегодня вполне может появиться шанс проявить себя у игроков резерва. Для них такие матчи – это очень ответственный момент. Стартовый состав Вест Хэм. Вест Хэм никогда не был грандом английского футбола, но это один из самых популярных клубов в Лондоне. И один из легендарных игроков, кто выходил в футболке молотобойцев, это капитан венценосной сборной Англии 66-го года Бобби Мур. Первый тайм начался. И это перехват. План хозяев на игру понятен. Плотная и очень собранная игра. Опасно как! Классно сыграно. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Команда. Отдает он передачу. Вест Хэм никогда не был грандом английского футбола, но это один из самых популярных клубов в Лондоне. И один из легендарных игроков, кто выходил в футболке молотобойцев, это капитан венценосной сборной Англии 66-го года Бобби Мур. Первый тайм начался. И это перехват. План хозяев на игру понятен. Плотная и очень собранная игра. Опасно как! Классно сыграно. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку.